На покупку квартиры для переселенцев предусмотрено 30 миллионов гривен. Приобретать их будут на вторичном рынке. Поэтому в департаменте горимущества собирают предложения от всех, кто хочет заключить сделку с мэрией. На сегодня таких желающих 153. Осталось выбрать лучшие квартиры и дома. Подход будет цена, качество. То есть нам нужно, необходимо приобрести квартиры с более дешевой стоимостью квадратного метра при очень высоком качестве. Члены комиссии выезжали в каждую из предложенных квартир. И сегодня они коллегиально будут решать, какому жилью отдать предпочтение. Точно известно, что в рейтинг приоритетных не попадет жилье, которое требует капитального ремонта. А рассмотрение частных домов оставят на вторую очередь. Хотелось бы отдавать приоритет все-таки больше квартирам, потому что содержать квартиру в будущем проще, чем содержать жилой дом. Государство определило ограничения по квадратуре и максимальную стоимость будущего ведомственного жилья – чуть более 11 тысяч гривен за квадрат. То есть за 30 миллионов можно купить порядка 3 тысяч квадратных метров. При этом в жилье сегодня нуждаются 3 тысячи переселенцев. Эта недвижимость будет на балансе города, она не подлежит приватизации. Да, собственником недвижимости будет являться город, и квартиры будут предоставляться как временная мера. Яна Мирончинко, Виктор Зубенко. Информационная программа «Зеркало».